Дорогие друзья, всем привет! Совсем недавно мы на стриме апали мне джеки на 1000 кубков. Я прям реально сыт этим режимом 3 на 3. Мне очень сильно понравилось. Но это такая игра, нацелена на... Ну, не знаю, больше на эксперт какую-то игру, надо быть сосредоточенным. А вот фан-бои, это всегда были бои в ШД. И сейчас мы совместим две несовместимых вещи. Топ-1 мира и ШД. Ну, я считаю, если ты в топ-1 в ШД, это, ну, не показатель вообще ничего, да? Гарда, со мной Гарда в Дискорде. Всем привет. Я не представил. Короче, ребятки, я сейчас нахожусь на ПМ 1400 трофеев. Просто вы посмотрите. Это топ мира ПМ. Сейчас покажу. Бойцы. И вот. Топ-1 в мире. И я думаю, ну если пойду соло, будет не так хардкорно, как если это сделать в дуо. Причем Гарда тоже сейчас на высоких трофеях, 35-й ранг. Ну, там сейчас не 35-й ранг, но на высоких трофеях, да. Короче, сейчас попробуем сыграть ШД в дуо, посмотрим, что с этого получится. Мне кажется, мы ни одной катки не выиграем, но вы нас, в свою очередь, поставьте лайк, подпишитесь. Пожалуйста, я очень вас прошу реально отметиться подпиской, чтобы хотя бы одну катку затащили. Ты готов? Да, давай. Я готов. Поехали в бой. Ссылочку по традиции на Гарду я оставлю в описании. Подбор у нас долгий, поэтому я его вырезаю. И подрубимся, когда будет бой. Конечно. Ура! Подобрался соперник спустя сколько? Ну, 10-15. 5-го, 5-10 минут, 5. 25, 10. Куда в центр? Я в центр пошел. Нет, не надо в центр. Не надо. А, ну у нас цель затащить, да, катку, я так понял? Да. Слушай, а что это за челики, которые на 1400 в ШД играют? Как их называть? Они не на 1400. Пока, когда идет очень долго подбор, то они уже рандомно подбирают. А, жесть. Ну в любом случае это выше 1000, да? Не, там может и 700 челиков попасться. Воу. Такая тема. Так, ну классно, у нас пока всего ноль. Хотя, нифига ты. Нормально. Ой, там 8 банок, я пожалуй, уйду. На гаджете. Пошли. Ага, она тоже на гаджете ко мне бежит. Круто, я умер. А, тут роботы, не банки, лол. Топ-3? Капец, а что ты идешь на смерть? Я текаю. Они 2-1, давай, ты уходи куда-то. О, я сейчас, ёпта, пораздам. О-о-о-о. Короче, похилюсь. Бля, нас зажимают, тупо жбут нас. А ну, давай. А за топ-3 у нас минус кубки будут. Так, 6, 5, 4, 3. О, смотри, там что-то случилось, что они между собой начали. Ну-ка, да. А как ты так замансил, офигеть? Это же опыт, слушайте. Давай, все, рассоединимся, мы типа не команда. Все, они сейчас между собой там кики. А сколько нам топ-3, за топ-2 плюс 3 где-то дадут? Я не знаю. Сейчас посмотрим, мне интересно, на так... Не-не. Нас тут нет. Нет. Все, давай, там как-то их сагри. Угу. Они будут между собой сражаться или так и будут сиси мять? Не особо хотя. Нам тут жопа. Не-не-не-не-не. Смотри, они тупо тебя пытаются. Давай! Я в шоке! 77 хп, блин! Гарда, ты красава! 2 кубка! Посмотри на это просто! 2? За топ-2, 2 кубка? Да, прикинь! Ё-моё. О, жесть. Ну, 15 минут ради 2 кубков. Я сейчас скажу, сколько точно. Ну, вдумайтесь, если мы проиграем, сколько нам? Я больше всего видел минус 12. Да, 15 минут, ну, 14. На этой карте просто царит Гарда, хотел сказать, Джеки. На этой карте царит Джеки, поэтому это, блин, было круто, реально. Я вообще ничего не мог сделать, я весь бой бегал как инвалид. И погнали, еще одну катку, друзья, подбор для вас вообще, он был быстрым. Моментально, мы сидим, вот у нас две катки, 30 минут.
мне не в прикол целый час записывать там три катки. Поэтому я сейчас еще один бой сыграю. И на этом, наверное, все. Я был в шоке, что мы заняли второе место. Оно было вообще на рандоме. Скорее всего, мы бы заняли третье место. И это был хороший еще вариант. Если бы отъехали пятыми, вообще было в жесть. Короче, слушайте, ну давайте попробуем топ-1. Не, на самом деле мы просто банками не зафармили, согласись, у всех были банки, у нас вообще нет. Там по 10 банок. Да, да, если вначале нам повезет, если мы зафармимся, мы раздадим. В общем, поставьте лайк, чтобы следующая катка была не менее эпичной. Подпишитесь на канал, колокольчик, и подрублюсь, когда подберется соперник. Поехали. Так, ребятки, каточка, давайте центр, я тоже думаю центр. Ну я-то центр, прикрою. А ты, давай помоги просто. Я никого пускать не буду. Найс банк. Все, ну вот эта катка, блин, будет мощная. Там было просто три банки, типа. А, в прошлый раз? Да. Я понял. Там бог в центре, уходи, уходи. Да ладно, откуда они тут? А чё, когда они здесь появились? Я думал, мы в центре сверху, сами. Сверху они. А, они сверху? Блин, я вообще... Окей, окей. Блин, ну печаль. Я как всегда, ребят. Я как всегда аутсайдер. О, пошли робота заберем. Давай. Я, если что, могу умирать, как всегда, на себя там танк танчить. Все хотят робота смотреть. О. Слушай, я могу сделать. Я все тоже, что могу сделать, это сейчас сдохнет. Эп. А, ну, а хорош. Да ладно. Не, я сдохну. Да. Ребята, сейчас вы увидите максимальное количество по сливу. Минус 10. Сколько? А, не, мы четвертое место, мы не пятое заняли. Да. Минус 10. Да ну, блин, на самом деле все началось с центра. Если бы я знал, что там бо, надо было хорошо где-то... Хорошо пошло. А, что? Вначале все так хорошо пошло. Да. А, вот. Короче, друзья, что, еще может одно или нафиг надо? Не нафиг надо. Это долгий подбор. Очень долгий подбор. Мы реально сидим где-то, ребята, ну, минут 40, может, в общей сложности. Вот. Ну, хз, на самом деле, сколько. Вот. А мне еще стримить, я еще стримить собираюсь. Поэтому вот такие вот. Ну, давайте посмотрим, я слился с топ-1 мира или нет, бойцы. Да нет, вы посмотрите, насколько отрыв. То есть я на 200 кубков в отрыве. Кстати, забыл сказать в начале, я ссылочку на чела, который взял топ-1, оставлю в описании тоже. Будет он перед гардой, потому что благодаря нему и видос. Он меня, кстати, снайпил неоднократно, когда я апал Джеки, неоднократно давал победы, за это ему, естественно, огромное спасибо. Вот, ну и спасибо, что предоставил такую возможность, чтобы я в топе где-то попробовал затащить. Друзья, на этом все. Спасибо вам всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Что у нас тут есть? Вот если честно, акция была, я бы, может, какую-то акцию для прикола открыл. Но так как тут никакой акции, ничего нету абсолютно, поэтому и делать тут нечего. А в 3 на 3 то же самое будет, Гарден? Давай попробуем чисто для прикола пойти в 3 на 3. Если в 3 на 3 сейчас подберется катка, то сыграем. Если нет, то... Ну, вы сами все видите. Нет, тут не будет. 2 из 6. И Гарда говорит, что здесь даже еще дольше подбор. А я говорю, а как такое возможно? Ладно, там в ШД никто не играет на таких кубках. Ну, в 3 на 3-то есть топы. Но дело все в том, что 1400 очень много значит. И поэтому... Поэтому не подбираются соперники. Именно по моему делению, нету подобных игроков. 1400 кубков. Их реально... Их, наверное, единицы. Их на пальцах пересчитать можно. Поэтому все, на этом все. Гарда, напоследок. Да. Напоследок, что по каткам? Что? Ну. По каткам все так себе. Ну, конечно, тут ПМ так себе заходит. Вот, так что такой себе. Просто... Ну, если была бы открыта карта, то, мне кажется, было бы лучше. ПМ, ну да, да. Вот, а кто Джеки сюда бы зашел отлично? С Джеки Джин или Бо. О, там пустые. Блин! Это... А ну, у меня сколько Джин на кубках? 500 кубков. Может, одну катку с Джином? Или тоже будет не долгий знаю. Подбор? А ну нажми, какой будет подбор? Не долгий. А, трио? Пошли, тут стоп, это не ШД. Парное. А ну, стоп, погнали. А ну, стоп. 4 сразу. А ну, давай сыграем, я за Джина попробуем.
Там, чтобы до 4 дождаться, надо минут 10 ждать, а потом только пойдет сам подбор. Не хочу я ждать. Мне... Вот ненавижу высокие кубки за счет того, что ты тратишь на это тонну времени. Неужели нету больше полезных вещей, куда можно потратить свое драгоценнейшее время, чем на подбор в катке? На этом все, ребят. Подписывайтесь на Гарду, на меня, на QLS. Ссылка в описании. Не проигрывайте, пускай вам падают леги. Будьте здоровы. Сидите дома, мойте руки. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока.